Всем привет! Меня зовут Бая. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Хочу начать снимать свой первый в жизни влог. Ну, такой попробовать, такой форматик. Недельный влог. Я вообще мама в декрете. Моей доченьке 5 месяцев, 6 сейчас пошел. Ну и вот так. Распаковочки какие-то, покупочки вообще, чё, кого. Ну, вы поняли, в общем. Поехали. Кто-то поснулся такой изыд, да? Поснулся изыд. Моё-то. Ну. Пошла забрать посылки с Валберс. Забрала. Видно, нет, как ветер сильный. Вот будем сейчас есть рисовую кашу. О, со мной. Племяшка делает домашнюю работу. Еще вот такой нам папе нашему на работе подарили. Детский подарок для дочи первый раз. Ну, такой очень даже было приятненько. Даже на моей работе никому не дарить, хотя я сижу на госслужбе, а муж у меня в частной организации. У них в итоге подарки бесплатные и корпоративы бесплатные. А у нас фиг. Вот, кстати, мой муж. Это наша свадьба. Мы родом из Республики Бурятия. Ну, это, получается, там где озеро Байкал, может, знаете. Может, кто меня смотрит, вообще даже не подозреваю, где это находится. Это на границе с Монголией, но Республика Бурятия входит в состав Российской Федерации. Что-то это наши национальные бурятские костюмы. Вот такая у нас погода. Зимушка, зима. Чуть ли минус 38 градусов утром было. Сейчас не знаю. Но мы уже с дочерью вообще тепличные стали. Забрала племяшку с садика. Ходили с мужем в магазин сенсей, накупили всего. Мать довольна. Нашли в какой-то китайский магазин попробовать. Чё как? Закупили, короче, целый китайский, я не знаю, почему. Так, получается, купили мы чай, миллион разных конфет, смотрите, какие прикольные, кексики, кексики вообще миллион штук, такую лапшу попробовать, и что это такое же? Перцы, да? Перцы замаринованные. Ой, не знаю, как по вкусу. Надеюсь, по вкусу вкусно. Конфеты, кстати, такие прикольненькие. Там манго. И бананчик такой. Так, это типа персик. Малинка, клубничка тоже, кукурузка, конфетка. Муж сказал, вот эти конфеты вкусные, поэтому взяла их тоже попробовать. Что-то не знаю, что за фрукт. Кокосик такой вот. Корова какая-то. Вот еще
Еще какой-то фрукт. Непонятно, что это. И все остальное повторки. Так, у нас тут распаковочка. Такой пледик. Такой обычный пледик. Стоит он 299 рублей, а стоил где-то 559. Размер 130 на 160. У нас есть такой небольшой диванчик. Туда хочу постелить. 299. В принципе, неплохой, я думаю. Также купила такой ёршик. Мне показалось очень красивенький такой. Как показать-то? В общем, вот. 399. До этого стоил 600 рублей. А также я взяла вот такие игрушки, две штучки. Стоят 119 рублей. Ну, мне показалось такие милые. И еще взяла такой костюмчик для дочи. Штанишки. У нас был такой же, только розового цвета. Он на маленький стал. Решили взять побольше другого цвета. Еще взяла вот такую гирлянду. Она на прищепках идет. Но у нас она не работает. Завтра поедем менять. Также еще я в синий взяла такие две пары штанишек. Так, 449 рублей. Такого цвета. Потом, что еще взяла? Вот такой взяла бодик. Ой, простите, пожалуйста. 299. В принципе, нормальный. И взяла еще вот такой комплект. Из трех штучек за 400 рублей всего лишь. Но я что-то переборщила и взяла слишком большие. Прям 92. Я просто, они маломерки сами маленькие. Я думала, что нормально будет. А он слишком большой. Вот сейчас покажу, где туда. Ну, этот обычный вот розовенький, без ничего. Такой вот красивый. И вот такой полностью в цветочках. Ну вот, что теперь? Придется на вырост уж. Вот все мои покупки сегодня с сенсеем. Доча, что случилось? Отрос маникюр, еще сломала мизинчик, получается, дверь закрывала и, видимо, зацепила, сломалась, маленько подпилила. И вот, смотрите, не видно, в общем, тут тоже под корень прям ноготь ломается, надо срочно идти. Едем в поликлинику. Мы немножко проспали. Пришли в поликлинику. С мужем ходили в кино на «Аватаров второго». С дочкой попросили посидеть моего брата с мамой моей. Вот недавно приехали. Вообще клёвый фильм. Я забыла зарядник с портативкой в машине. Вот пошла время. 12, почти 12 часов ночи.
на улице. Классно вообще так. Все. Покажу машинку. Получается, вот бампер у нас был такой красивый. Был, сплыл. Короче, мы в аварию попали. Получается, машина припаркована была вот тут, что ли. И крузак какой-то, короче, заднюю давал, разворачивался и въехал жопу прямо к нам. Фары. Вчера сходила и сделала новый маникюр. Для меня вообще непривычно квадратная форма. Обычно всегда делала миндаль. Ну, вроде бы красиво так. Нежненько. Наш праздничный ужин. Девчонки, спасибо, что эту неделю вы провели со мной. На этом мой недельный влог сегодня заканчивается. Я все монтирую, выпускаю. И начинаю новые уже съемки на следующий влог. Всем спасибо за просмотр. Буду вас ждать в следующем видео.